Магадан отмечает День работника культуры. В причастных к празднику учреждениях областного центра, таких как квартира музея Вадима Козина, дома культуры, сети библиотек, городской парк, кинотеатр «Горняк», драматические и кукольные театры МЦК, трудятся около 450 работников культуры. Их поздравил мэр Магадана Юрий Гришан. Самых ответственных, креативных и активных наградили званием «Почетный работник культуры». Поздравляю всех, кто по вынужденным причинам отсутствует здесь, в этом зале, на этом чаепитии. Я хотел бы, чтобы сегодня у вас всех было хорошее настроение, чтобы вы также в коллективах поздравили своих сотрудников. Не только есть грамоты губернатора, президента, мэра, но есть и грамоты и поощрения самих директоров учреждений. Отметьте, пожалуйста, всех, кто достиг в этом году каких-то высот, который на ступеньку стал в совершении, который сделал какие-то успехи на конкурсах, фестивалях, викторинах. Все эти люди заслуживают сегодня внимания и почета. Поэтому поздравляю всех вас. С 2010 года лучшему работнику культуры вручают премию мэра за вклад в развитие культуры Магадана. В этот раз наградили двух человек – Алексея Горшавика, руководитель городского духового оркестра, и художественного руководителя народного коллектива интерактивных и массовых форм досуга «Рябинушка» ДК «Снежный» Наталью Распонину.